Всех приветствую на своем канале. Сейчас будет обзор вот этого счастья. Что случилось с предыдущей, которую я 11 мая покупала? Сейчас скажу. Возвращаюсь из деревни в пятницу к вечеру. И клава у меня как-то буква D, которая по-русски B, по-английски D, она через раз печатает. Вроде нажимаю нормально, как на все остальные, но как-то что-то не того. Это та клава, я даже ссылку в видео оставлю, хоть это все в одном плейлисте техники будет. Ссылку в видео специально оставлю. Потому что у меня буквально там, может, 3 недели этой клаве было. Меня спросил в комментах человек, вот типа, 3 недели прошло, говорят, там какие-то буквы иногда не работают. Как у вас? Все ништяк. Я так удивилась еще. Думаю, вроде все нормально, отзывы вроде нормальные были, пока я её покупала. Dex, Black, чего-то там, я уж не помню, как ее звать. Короче, я возвращаюсь в пятницу, у меня она не очень так работает, эта буква через раз печатает. Думаю, ну так, может я устала, может она устала, может глюки какие, мало ли чего. В субботу, по большей части, она не работает. Я ее и на нее и так надолблю. И сбоку нажму, и с другого боку нажму, и слева, и справа, и посередине долбану, и сильно долбану, и слабо долбану. Когда как. То есть отклик. В 97 случаях нет. Воскресенье, думаю, ну подожду пару дней, ну может что, оно само отвалится, ну в смысле сделается. Само оно сделаться не захотело. Там с одними посоветовалась, с другими посоветовалась в воскресенье. В итоге написала техподдержку. Они мне, значит, буквально через 2 часа написали ответ, типа, приезжайте к нам с чеком. Я написала, что у меня даже коробочка есть, коробочкой, типа, с этим товаром. И мы посмотрим, что и как. Ну, я к ним приехала, это всем чем-то было, в 7 вечера воскресенье. И они мне как бы это, ну, максимум 45 дней, минимум, там, в среднем где-то неделю. Вот неделю еще не прошла, вот сегодня среда у нас была, они мне прислали смс-ку, значит, ну, меня спросили еще, типа, одна клавиша, я говорю, одна клавиша, они, точно одна, может, еще как-то, я говорю, ну, говорю, одна только клавиша, я говорю, а что вообще, я говорю, должно быть больше, что ли, ну, типа, что, не может такого быть, что одна клавиша, ну, говорит, мне, типа, того, что если больше двух, одной клавиши, значит, вы ее залили, я так на них смотрю, ну, круто, я говорю, не, говорю, я как бы с ней нормально обращаюсь. Ну, думаю, потом уже, когда шла до магазина, что ли, опять мне кто-то что-то написал. Короче, там телефон бикал как раз дексповский, ДНСовский. Думаю, что, в принципе, это любой, это я такая честная, но люди как бы обычно хотят по большей части надуть, да? В Ашан, я помню, так дошла. Короче, в общем, ну, думаю, ладно, обменять, ну, сделают, так сделают. Я думала, что мне типа механическое что-то, думаю, наверное, это можно как-то заменить. Но, оказывается, это заменить было нельзя. Сегодня прошла смс-ка, суть смс-ки разрешена замена или как-то так. Замена разрешена. Я так думаю, что это такое? Загуглила, значит, ну, спросила у подружки, спросила у приятеля. Он ответил позже, когда я уже узнала, что это такое. Подружка примерно так же хз загуглила в Яндекс телефона. Там, значит, у кого-то подобная ситуация была с каким-то товаром. Там же купленным, ну и значит, что типа вот возможно, что вы придете, и вам скажут, либо замените на аналогичный, либо что-то там с доплатой вашей, что-то там дешевле. У меня получилось что-то там дешевле. Когда я покупала эту дексковскую механическую клаву, мне, ну, не видела этого счастья. Фирма у меня этой фирмы, в общем, тут я не помню, как она читается, вообще как бы не в курсах. Ну, вы можете, конечно, постебать в комментах меня, что такая френь неизвестная, не знающая ничего. А4 тех, теч. Наверное, читается, возможно, теч. Потому что есть логитех, но он читается логитеч, как-то так, да? Я его всегда привыкла называть логитех. А тут у нас А4 тех. В общем, А4 теч. А4 TECH. Влади, Q100 USB черная клавиатура, 1299. Мне, в общем, так как та была 2999, мне возврат сделали 1700, но сегодня, оказывается, в Рашке выходной, потому что выборы внезапно. И как бы мне сказали, что в течение 3 рабочих дней возврат вернется мне на карту. Гарантия год. Девушку спросила, ну, как бы, нет, выбирала, мне как бы сказали, что вот, ну, пришла, мне объясняют, что типа вот так, так, так. Или деньги возвращаем, или вот выбирайте что-нибудь там, либо с доплатой, либо с частичным возвратом.
Ну, в смысле, возвратом разницы стоимости. Я смотрю на нее, как бы там мне, думаю, еще куплю, наверное, Cyber. А потом думаю, на Cyber плохие отзывы были. Потом думаю, нафиг мне этот DXP. А там из DXP, из того, что мне подходило, был только вот этот Cyber. Думаю, может, что-то другое глянуть. Как бы удобнее все равно покупать, вот уже видеть, что ты покупаешь. Второй вариант можно было заказать на Озон, если попросить возврат. Но я решила, что вот как бы пока там с Озона придет еще, все равно бы пару суток ждать. У меня, конечно, была эта окликовская клава, совершеннейшее дерьмо, за 400 рупий меньше года назад куплено, еще и года-то нет. И там у нее клавиши через раз пропечатываются, либо вообще как-то не нажимаются там внезапно. Ну, там несколько основных клавиш, там пробел не фурычил, еще этот стрелочка назад не фурычила. Короче, оказалось, еще буквально не фурычил. Я вчера, когда печатала человеку, там еще кому-то, автоматом исправляла уже перед тем, как отправить. Автокоррекция была, скажем так. Ну, я смотрю, там где-то напечатаны русские буквы на клаве, на коробочке, где-то нет. И тут я понимаю, что тут одни эти, как бы, английские. Думаю, вдруг там одни английские, ну, мало ли, бывает же. Попросила человеков, девушку, которая меня обслуживала, ну, говорю, там есть, говорю, русские буквы. Продавец на соседней кассе, там опять перестановка в этом ДНСе с воскресенья уже была. Ну, может, она раньше была перестановка, но я долго там не была. Почти полтора месяца. И мне типа того, что на всех клавах бывают типа русские буквы. А девушка, вот на клаве-то на коробочке не нарисовано. Ну, на коробочке не нарисовано, на самом деле все нарисовано. Что нам тут обещается? 5 уровней LED-подсветки. Отрегулируйте от 100%, 75, 50, 25 и выкл. Мультимедийные горячие клавиши. Нажмите FN плюс 1-F7, чтобы применить мультимедийные горячие клавиши. Я только сейчас поняла, что я уж уже к той даже немножко успела привыкнуть. Даже чуть-чуть успела разобраться, как настраивать эту подсветку. Она у меня была светло-сиреневая, потом уже была желтая, потому что желтая мне была комфортнее с моему зрению, моим глазам в любое время суток. Игровой режим FN Drop F8. Нажатие FN плюс F8 деактивирует кнопки Windows для предотвращения случайного вылета из игровой сессии. Я даже не знала про такое, что бывает там какой-то вылет. Так я как бы не играю, я только аниме иногда смотрю про игры. 1000 Гц, частота опроса. Частота опроса 1000 Гц обеспечивает более быструю обратную связь. Двойная влагозащита, вот это меня подкупило. Там как бы были механические, дороже другие каких-то фирм, но очень такие игровые, очень еще более навороченные, чем есть. Были просто вот, ну, мембранные. Подозреваю, что это все-таки мембранное. Но мне приятель тогда объяснял, что как бы я с ним консультировалась перед тем, как механическую захотеть совсем купить, что есть и мембранные нормальные, ну, как бы подороже. И дороже, допустим, 200, 300, 400 рублей, где-нибудь от 1000. И они тоже как бы хорошие. Тут двойная влагозащита. Защищенная электроника плюс отверстие для слива воды значительно продлевает срок службы клавиатуры. Видать, рассчитано, что человек играет, так решил кофейка долбануть. Никаких случайных нажатий. Наклонная конструкция клавишной панели снижает вероятность случайного нажатия. Тоже, кстати, хорошо. Усиленный пробел. Двойные винты плюс двойные пружины плюс компенсирующая планка предназначена для большей прочности пробела. 4 игровые клавиши предназначены для более долгого и комфортного использования. И я уже потом как бы выбирала, понимаю, что, видимо, с подсветкой бывают еще и мембраны, но не только механическая клава бывает с подсветкой. И потому клавиши не сотрутся, раз есть подсветка. И сначала меня немножко остановило, что тут год гарантия, а на Сайбере, ну, год что-то там, или год службы, год гарантия, год службы. А на Сайбере типа 24 месяца службы. Ну, думаю, у меня тоже было 24 вроде месяца службы на этом Блэке Декспавском. Но вот он чуть больше месяца прожил и принял, отдал Богу душу. Даже не Богу, ласты склеил. Так, комплектация клавиатуры. Системное требование винда 7.8.8.1.10. Сделано в Китае. Для получения технической поддержки посетите веб-сайт http://, вот это,
www.bloody.com. Все упомянутые торговые знаки и марки принадлежат правообладателю. Все фотографии и описания, указанные выше, являются справочными и могут отличаться от реального продукта. Эгегей. Сейчас мы это вскроем. Так. Как тебя вскрыть-то? А вот. Она, конечно, не упакована в пенопласт, как та, которая вот у меня была. Тут тоже, и тут, слушайте, тут тоже шнурочек, такой вот этой тканью, короче, обделан он. Сейчас я покажу, как оно выглядит. Аккуратненько клаву достанем. Тут у нас, мне интересно так, вот эта фигня. Такая очень плотная картонка. Короче, я когда девушка мне отдавала чек и сказала, вот вам чек на новую клавиатуру, типа гарантия, новая гарантия 12 типа месяцев, год. Я говорю, надеюсь, эта клавиатура будет дольше служить, лучше служить. Она говорит, конечно, будет, она говорит, лучше, очень хорошую марку вы выбрали. Я сначала думала, что это Q100, просто какая-то так вот фирма сама по себе, какая-нибудь новая, и вообще какой-нибудь родственник Кума, вот который у меня колонки этой Кума. Кто-то в комментах мне писал под ролик с колонками Кума, что слышит свист. Я думаю, что у вас слышится свист какой-то другой, возможно, от ваших колонок. Возможно, у ваших колонок или этого самого наушников какие-то проблемы. У колонок все ништяк. Короче, а потом оказалось, что это та вот марка, которая у меня есть, маленькая, древняя. Вебка, я ее покупала еще на скайп, для скайпа еще в 2008 или 2009 году. У меня, может, тогда, наверное, у меня даже только-только появлялся интернет еще на той квартире на Механке. И она у меня жила вполне себе 10 лет с хвостиком. И еще вполне себе функционирует. До сих пор, короче, функционирует. Но вот так мне подарили в свое время зритель один вебку для стримов, то, в принципе, я сейчас ее и не пользую, но она мне как бы лежит здесь не против. Тут маленькая такая инструкция по эксплуатации. Назначение: данное устройство предназначено для ввода информации в компьютер. Характеристики: подробные характеристики устройства указаны на упаковке. Вы уже их прочитали. Подключение и установка: извлеките устройство из упаковки, убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Ставьте USB кабель для если устройство беспроводное, USB приемник. Я сначала думала, когда ехала, думаю, блин, а вдруг там это, я кабель-то как-то не сильно разглядывала, в смысле не заметила его наличие. Думаю, вдруг там это USB-дырка, как вот эти мышки без хвостика. Думаю, блин, а вдруг у меня надо какие-нибудь батарейки, у меня таких батареек нет. Но на самом деле тут все намного лучше, чем я ожидала. Даже очень хорошо, в смысле с проводом. Свободный USB-порт компьютера, ноутбука. Если устройство не работает, убедитесь, что устройство подключено правильно. Убедитесь, что соответствующий порт компьютера работает. Попробуйте использовать другой порт. Ну, как обычно. Вот я иногда прыгаю с бубном, когда мне надо снова подключить Canon сканер, а он с Linux так это как бы комфортно себя чувствует, но иногда друг с другом брыкаются. Вот этот порт мне не подходит, хочу другой. Меры предосторожности: берегайте изделия от повышенной влажности, пыли, воздействия высоких температур. Не используйте для протирки бензин. Кто-то это делал? Спирты и другие растворители, так как они могут повредить поверхность. Для чистки используйте мягкую сухую ткань. Не допускайте механического воздействия на изделия, не вскрывайте изделия и не производите ремонт самостоятельно. Устройство не требует специальных условий хранения, перевозки, реализации и утилизации. Так, импортер Haskell, Красногорск. Дата производства указана на упаковке, сделана в Китае. А вот изготовитель, по-русски написано A-for, пропуск, TH, пропуск, Co, LTD, Тайвань, внезапно. Делает это Тайвань, но сделано это в Китае. А дальше ничего, вот такая маленькая бумажка. Вот наш проводок. Правда, тут нигде не написано, либо я плохо искала, какой длины проводок.
Надо будет зайти к ним на сайт. Вот оно, короче, тут как бы... О, слушайте, люди, оно, кажется, достается вот как у меня рука воткнута, а здесь просто дырочка под этот вот шнурочек. На той клаве Dexus-то не было такого прикола. Так, надо как-то это теперь достать. Красно-черненькая. Слушайте, ничего такая. Она, конечно, по-моему, полегче, чем это будет. Ну, чем та предыдущая. Та, по-моему, 800 с чем-то грамм была. Сделана в Китае. Bloody.com. Модель Q100. Blazing Gaming. Keyboard. Тут эти вот ножки. Либо 5 таких штучек, которые не скользят. И проводочек, слушайте, я впервые такое вижу. Проводочек липучечкой такой перекручен. И она даже остается. То бишь, если вдруг вот, ну, мешает там что-то, длинный такой проводочек, можно заново закрутить. Вот я тут клаву проверяла. Она мембранная. И по ходу дела подсветка распространяется только вот на эти боковушки. С другой стороны, тут белые буквы. А я хотела изначально, чтобы они просто были белыми. И те, и другие. Минус, конечно, что вот на этих вот. Только английский. Я не разглядела там. Надеюсь, она мне долго послужит. В общем, всем спасибо за просмотр. Всем пока.